Привет, меня зовут Давыдов Сергей, я актер, закончил школу-студию МХАТ, курс Константина Аркадьевича Райкина в 2009 году. После выпуска я поступил в театр «Этцетера» под руководством Калягина, проработал там 11 лет, сыграл там очень много разных ролей, поработал со Стуруаштайном, Марштайном, Падарштайном и с кем я только, в общем, там не поработал и что не поиграл. Вот, наигрался, ушел, теперь я свободный артист. Я пою, танцую, жонглирую и все. Вот, я очень хочу интересных предложений. Что-то как-то мало интересных предложений в последнее время. Господа, я же знаю, что они у вас есть. Чего вы жадничаете? Поделитесь. Вот, хочется, если это как бы без юмора, хочется серьезно, ну, каких-то, вот, я не знаю, хочется Печорина, хочется Ставрогина, хочется Карамазовщину какую-нибудь, хочется Фаустовщину какую-нибудь, хочется, честно говоря, мне кажется, глядя, посмотрите на мои глаза, мне кажется, что мистический телеканал по мне просто плачет, вампирские саги по мне рыдают, вот, не знаю, честно говоря, куда смотрят кастинг-директора. Вот, потому что, так сказать, обучены мы вполне себе неплохо, багаж у нас жизненный как будто бы тоже достаточно, так сказать, интересный. Поэтому надо пробовать, надо встречаться. В общем, Давыдов Сергей, до встречи на площадке, ну или на кастинге, или ну где-нибудь до встречи, в общем, в 32:05, шучу, хорошего дня.